Добрый день, уважаемые покупатели! В данном видеоролике мы подготовим к работе подавитель FM-частот антишансон VIP. Прежде чем начать работу, откроем крышку и вставим батарею крону в специальный для этого разъем. Зафиксировали, закрыли разъем. Вторым этапом убираем заглушку с пульта дистанционного управления. Прибор готов к работе. Более детально, как работать с прибором, вы можете ознакомиться в инструкции на русском языке. Всего вам доброго, до свидания.